Здравствуйте. Сегодня давайте рассмотрим тему, как добавить аккаунт бренда YouTube канала или, так сказать, другого пользователя в Google AdSense. Запускаю браузер, настройки, канал. Здесь стрелочку нажимаю. Доступность функций, статус и функции. Если у вас выполнены все условия монетизации, которые YouTube выдвигает со своей стороны, то в этой колонке, где монетизация, будет кнопочка «Включить». Включим. Здесь должно быть включено. Возвращаемся назад. Нажимаем колонку «Монетизация». И здесь выполняем все пункты, что требует от нас YouTube. Все это мы выполнили. Теперь заходим на главную страницу Google AdSense. Здесь нажимаем «Аккаунт». Здесь «Доступ и авторизация». Здесь вводим адрес электронной почты аккаунта бренда. Ввели адрес электронной почты. Нажимаем кнопку «Пригласить пользователя». Пригласили. Здесь дополнительно появится еще адрес электронной почты нового пользователя, или, так сказать, нового аккаунта, который мы добавили. Если мы хотим, чтобы в Google AdSense был вход совершен с нового аккаунта, то в правом верхнем углу нажимаем левой клавишей мыши на аватарку. И здесь первичным ставим тот аккаунт, с которым мы хотим входить в Google AdSense. И все, вот так быстро каждый сможет это проделать. С вами был канал «Все своими руками 36». До свидания.